теряешь там на минимум времени и вообще ничего не подготовить, не сделать. А так, ну, как мы что-то новое там делаем и все такое. Просто сейчас вот как получилось, типа, да. Но огнетушитель, он просто повсюду, этот значок, понимаешь? А как бы, ну, каких-то на него прав там или еще чего-то вроде как нет. Можно, знаешь, сделать так, огнетушитель, нет, слушай, да, в этом смысле много вариантов, просто, ну, у нас очень много всяких тем, как бы, то есть у каждого там дел, каких-то еще чего-то, что мы не можем себе позволить, да, там, типа. То есть вот я вот представляю, что можно сделать из огнетушителя, но сесть и реально замутить там что-нибудь, я как бы не могу. Тем более, ну, именно в плане статических картин, например, люблю там с видео работать, да, там, а статические картинки мне очень нравятся, статичные. Типа там, ну, фотошоп, все эти дела. Видишь, хорошо. Но чувак делает на самом деле частично в резолюме, частично в фоби. Вот, то есть все, что касается мэппинга, это фоби. Да, получается. Да, видео всегда импровизация. Свет на самом деле тоже. Да, ты просто, ну, мы типа ищем, ищем какую-то середину. Как наши, там, не знаю, синтетическое искусство этого.